Рыжин ведет себя неадекватно, ведет видеосъемку, а также ведет себя неадекватно, ну, как бы агрессивно неадекватно. Ну и далее я пришла в фойе здания школы искусства. Слева от меня на диванчиках находился Александр Мазурчук, ранее неизвестный гражданин, который к нам входит в полицию неоднократно. Расскажите, вы видели ли, чтобы Василий Максим Анатольевич трогал как-то Мазурчука Александра Александровича, ну или толкал, шевелял, тащил, бил, щипал или каким-то другим способом причинял боль? Ранее я Мащебитина Максима вообще не знала. Ну, как бы, мне он неизвестен был. Я находилась, получается, ближе к актовому залу, на расстоянии, там, где-то, может быть, метров 15 от произошедшего, и просто увидела какую-то толпу мужчин. Из них, возможно, был гражданин похожий на Мащебитина, но, опять же, как бы, это все происходило очень быстро, что я даже сама не поняла, что, получается, Александра Мазурчука оттащили как-то вот, и он упал. В итоге повалилась вот эта вот, как она, металлодетектор. А вот оттащили, вы видели, что кто тащил? Или что кто-то вообще тащил? Вы это видели? Или вам кто-то рассказал? Ну, вообще видела, как вот с расстояния, потому что какая-то толпа, крики, он, Александр кричит, полиция, полиция, и его, получается, как-то вот, грубо говоря, как будто он падает, как-то еще как-то вот. Ну, а момент его. Кто-то тащил, вы видели? Ну, чтоб тащил, такого прям не видела. Получается, это все как-то быстро произошло, и как-то вот прям толпа мужчин, больших крики, и все, и как-то он ушел, резко ушел. Смотрите, ваше объяснение давали в Следственном комитете 22 мая? 22 мая давала, да. В ваших объяснениях читали. Далее Мазурчук крикнул «Полиция, полиция!» В этот момент Базлев, а также еще кто-то из числа работников администрации, данные которого не известны, мужчины в пиджаке светлого оттенка взяли под руки Мазурчука и вывели из помещения школы искусств. Вы это сами видели? Времени столько прошло уже. Ну, возможно, да. Но возможно, что следователь Леонтьев самостоятельно это придумал, не писал, а вы просто расписали, что с моих слов напечатано верно, но это читано. Далее, при этом, когда его выводили, видимо, кто-то задел рамку металлодетектора, которая упала на пол. При этом все произошло быстро и неожиданно, что сам Мазурчук не успел понять и даже не звал на помощь полиции. Я все это видела, находилась на расстоянии метров 15 от них, поэтому не успела среагировать. А данные мужчины находились рядом со входом, и мимо них нигде не проходили. Ну да, так все и было. Так. Я не следила за всеми, да, событиями. Так как не поняла, значит, предыдущие там слова, так как не поняла, что произошло и что предшествовало тому, что Мазурчука резко вывели из помещения. То есть вывели. Вы повторяете это два раза, чтобы объяснить. А через несколько минут данные сотрудники администрации вернулись в помещение, стали поднимать и устанавливать на место рамку металлодетектора. Ну да, так все и было. Хорошо. Есть ли вопросы к свидетелю у вас, Максим Николаевич? Да, в принципе, нет. А у вас, Александр Николаевич? У тебя один вопрос, Ваша честь. Все-таки было, возможно, она больше ничего не видела, она находилась на достаточном ударении, но она слышала, что я прошу полиция, полиция, а дальше пишет, что я не прошу помощи полиции. Ну, не совсем логично. Но сначала полиция, полиция, да. А затем, после того, как... После того, как я упал, я же не могу постоянно, на меня оказывается физическое воздействие, тяжелое, сильное. У меня нету сил кричать уже звать. Потом я звал, бесполезно, они не доказали не помощь. Хорошо. Хорошо, присаживайтесь. Так. Зал слышал. Смотрите, вот у нас присутствует свидетель Базлев. Еще я могу присесть? Да. Свидетель Базлев сейчас будет в суде.